Сегодня с вами мы попробуем делать подарки. Обратите внимание вот на эту строчку. Здесь написано «С днем мужчин» и написано «0 по кейк». То есть, если у вас на счету в Одноклассниках нет денег, вы можете отправить подарок при нулевых окейках. Цены на подарки разные от 0 до 80 окейк. Окейка – это немного больше, чем рубль. Загружать деньги на свою страничку можно с телефона, можно с интернет-кошелька и можно с банковской карточки. С банковской карточки загружается один к одному. С кошелька загружается немножечко дороже, окейки получаются. Вот, открылись нам подарки. Если навести курсор на подарок, выскакивает цена. Мы видим, что вот этот вот подарок стоит 35 океек. Этот одну окейку. А вот этот бесплатно. Вот этот подарок мы сегодня и отправим своему знакомому. Нажимаем. Вот здесь у нас есть несколько знакомых мужчин. Ну, например, вот этот мужчина. Нажимаем. Все нажатия производятся левой кнопочкой мыши, то есть указательным пальцем правой руки. Открывает. Вы можете отправить подарок приватно, если вот здесь поставите птичку. То есть никто не будет знать, кто отправил подарок. Или открыто, то есть все узнают, в ленте будет выкладка этой информации, что Александр Корешин получил подарок от Скарлетт О'Хара. И нажмем вот сюда «Подарить». Закрыть. Ну, давайте еще раз отправим этот же подарок уже другому какому-нибудь мужчине. Ну, давайте вот этому мальчику отправим. Подарить. Закрыть. Еще раз попробуем. Вот этому мальчику. Подарить. Вот таким вот образом можно отправлять подарки. И если вы закачаете себе деньги, вот здесь написано счете 0 океек. Пополнить. Давайте нажмем, посмотрим. Вот, на счете 0 океек, 20 океек стоит 35 рублей, 50 океек стоит 85 рублей и 100 океек стоит 186 рублей. Это через телефон. Банковская карта. Банковская карта можно заказать только 50 океек за 50 рублей. Через терминалы. Терминалы не хотят с нами сотрудничать почему-то. Электронные деньги давайте посмотрим. В электронных деньгах, видите, здесь 50-50 получается кошелек. 50 океек за 50 рублей. Вебмани тоже за 50 рублей. Вот Сбербанк. С карточки Сбербанка 50 рублей, а с телефона уже разница, мы платим уже больше. Вот таким образом, если захотите, будете платить через телефон. Давайте я вам покажу, как. Набираете вот здесь вот свой номер телефона и нажимаете получить код. Вам по телефону приходит код СМС, вы вводите код, подтверждаете, и вам вот сюда вот в оповещение приходят деньги. Вы открываете оповещение и смотрите, что деньги к вам пришли. Тогда можете дарить подарки. Ну вот, здесь цены скрыты. Наводите курсор 35 океек. 35 океек. А музыкальный обычно подарок стоит 80 океек. Ну, может быть, 50. Также, когда освоите эти подарки, можете делать подарки сами.
какие вы хотите. Но они тоже будут стоить 35 ОКЕК. Бесплатно вам отправить их не дадут. Вот таким образом. Ну вот, попробуйте освоить этот урок. На следующем уроке мы с вами будем учиться, как настраивать разные приколы, музыкальные, цветы, дружбу, любовь, открытки, авторские и так далее. Удачи!